В преддверии 9 мая спортивный клуб «Медвежьи озера» уже по традиции готовит ринг для масштабных состязаний, которые из года в год приобретают все большую популярность. Спортсмены разных возрастов приезжают в «Медвежки», чтобы сразиться на турнире по боксу. В этот раз на ринг вышли не только взрослые, но и совсем юные спортсмены. Всего же за победу приехали сразиться 150 участников из столицы и различных уголков Подмосковья. Это Сергиев Посад, Дмитров, Ходьково, Долгопрудный, Железнодорожный, Балашиха, Мытищи, конечно, Щелково и другие города. Соревнования традиционные, они проводятся сегодня в 9-й раз, на следующий год будет юбилей. Эти соревнования посвящены нашим землякам, это Фролову Александру, кавалеру Ордена Мужества, награжденным посмертно, и герою России Ильину Олегу. С каждым годом эти соревнования становятся более распространенными. У нас они начинались с 10-20 пар, сейчас у нас проходят по 70, по 80 пар. Это более 150 человек разной категории, ребята. Этот вид спорта предполагает большие физические нагрузки. И долгое время принято было считать, что бокс – мужской вид спорта. Лишь в конце прошлого века прекрасная половина человечества отстояла свое право выхода на ринг. И сегодня этот спорт востребован среди женщин не менее, чем другие единоборства. Вот и на открытом турнире в Медвежьих озерах за победу сражались не только мужчины, но и женщины. Марина Ковтунова много лет занимается боксом. Ранее тренировалась в Саратовской области. После переезда в Щелково спорт не оставила. Сейчас занимается в Медвежьих озерах. Во время декретного отпуска в состязаниях не участвовала. Это первый бой после перерыва. И он принес ей очередной трофей в копилку личных достижений. Марина победила. Уже полтора года сыну, а и теперь решила вернуться опять в то, что занимаюсь профессионально тем, что занимаюсь. Как ваша семья относится к такому направлению? Ну, сначала, конечно, все были против, но потом привыкли, и сейчас все поддерживают. А в жизни, скажите, бокс, насколько помогает вам? Да, бокс. Я вообще считаю, что бокс – это такой вид спорта, который помогает в жизни. И независимо от того, профессионально занимается человек или просто любительски, если боксер, да, или ну, ребенок, взрослый вышел на ринг, это уже закаляет, это другой уже человек. Выдержка, сила, выносливость – качество настоящего боксера. Эти люди обладают смелостью. И порой ринг становится именно тем местом, где происходят важные для спортсменов судьбоносные моменты. Медвежьеозерский боксер Михаил Алоев сразу после схватки сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной прямо на ринге. И она сказала «да». Конечно, Михаила поддерживали спортсмены Медвежьих озер, его товарищи. Медвежки в этот день победили и в общекомандном зачете. И теперь готовы завоевывать новые трофеи. Анна Балиец, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.